Что такое белое и черное духовенство церкви? Белым духовенством, как правило, называют женатое духовенство, а черным – монашеское. Собственно, и все. Если более подробно говорить на эту тему, то иерархия духовенства в православной церкви трехступенчатая. Диаконство, священство и епископат. Белый женатый священник может быть диаконом, может быть священником, и все. Если же выпускник семинарии, ставленник принял монашество до принятия священства, он после того, как станет иеродиаконом, иеромонахом, может быть игуменом, архимандритом, а потом его могут положить в епископа, а дальше архиепископ, митрополита, может быть даже и патриарх. То есть карьерный рост, лестница, карьерный рост возможен только у черного духовенства, у монашества. А у нас только диаконство и священство.